Лучшая защита – это нападение. Бизнесмены, пытавшиеся обвинить журналистов НТРК Чуваши во лжи, предстанут перед судом. Все факты, изложенные в сюжете, который вышел в эфир на нашем канале еще 15 апреля, получили подтверждение. И республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей фирмы, которая в 2019 году заключила в 6 муниципальных контрактов на ремонт грунтовых дорог. В конкурсной документации были прописаны технические требования, в том числе марка щебня, который должен был быть использован при проведении работ. Бизнесмены закупили более дешевые материалы и подделали акты о приемке и справке о стоимости, что было доказано в ходе оперативно-следственных мероприятий. В итоге сельским поселениям был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиона рублей.